Так, в международном аэропорту Краснодар на вылет были задержаны самолеты авиакомпаний «Трансаэро» и «С-7». В Сочи на прилет ожидали три самолета из Домодедова авиакомпаний «Трансаэро», «Red Wings» и «Вим Авиа». Ранее сообщалось, что пожар в крупнейшем аэропорту страны начался около 7 утра. Пассажиры и персонал Домодедова были эвакуированы. К 11 часам столичный аэропорт вернулся к работе в штатном режиме.